Давай, фигаун! Это что еще за крендель? Ёма! Это чёрт! Он просто на колеса встал! Хей, все здорово, чуваки! С вами, как обычно, я Ролюха, и мы продолжаем играть в GTA-шку 5 и устраивать крутые экспериментики. И сегодня у нас сломанная дорога. Напоминаю, вот такая вот дорога, которая просто... Посмотри, какая поломанная, и нужно доехать до самого, ребята, финиша. Вот сюда, на наших сегодняшних тачках. А тачки просто мега-пупенные. BMW M3, легендарочка. Потом у нас вот такая машинка из пит-стопа, из тачек. Вот такой работяга. Молнии Маквина, да, бывший. Это тачка майнкрафтерская. Ну просто глянь, вон там рядом стекло из майна. Вообще просто из кубиков. Офигеть, это банка Фанты. Это каскадерочка легендарная уже у нас. О, ребята, это быстрый прокачанный Молния Маквин. Посмотри, просто какой-то китайский, японский. Ничего себе, вон какой-то иероглиф тут, ребят, просто жесть. Опа, по полям, синий трактор едет там. Вот он, ребята, тоже легендарочка. Это Мэттер Бигфут, это Бигфут Кибертрак, Бигфут Фуд Лада Приора. Гигантский миньон, вот он, кола папайя, ё-моё, ребята. Так, это у нас Хаммер, тоже гигантский. Просто смотри, он мега огромен. Смотри, какое колесо, просто жесть полнейшая. Ребят, тут у нас получается вот такой вот просто стильный лимузин, ребята. Мерседесик GT63 вроде называется. А, на самое вкусное, ребята, у нас сегодня вот такой гигантский Молния Маквин. Он длинный, и у него такие гигантские колеса, доллары. Короче, тачка реально какая-то безумная. Глянь, просто глянь на эту махину. Что это вообще за аппарат? Что это, блин, такое? Это просто какая-то жесть, ребята. Всем приятного просмотра, приятного аппетитика. Смотри до конца, будет очень интересно. Про лайк, косик не забывай. И про подписочку тоже не забывай. Давай. Я проверю, поставил ты лайк или же не поставил. Ну а я начинаю. Сажусь, короче, в первую тачку. Там у нас будет BMW-шка. Вот такая вот крутецкая Бешечка из легендарной игры Need for Speed Most Wanted. И сейчас мы посмотрим, докуда она доедет по этой дороге. Фух, ребята, вы готовы? Вы готовы? Будет очень опасно. Ну а я начинаю. Давай, Беха, картинг, Бешечка, дай. Пожалуйста, хоть докуда-нибудь доедь. Хоть докуда-нибудь доедь. Пожалуйста, давай. Ой, уже капец, просто. Как я еду? Это что такое? Как я вообще проезжаю? И получаю 16 баллов. Ну, почти 17. Но набрал я, ребята, 16. Да, вот как бы доехал. Это получается, ну это, ребята, это даже не середина. Это реально очень мало, мы поэтому берем и сохраняем вот сюда вот машиночку, да, ребят, это капец. Как на самом деле маловато. Так, погнали дальше. Берем и просто садимся в пит-стоп. Вот такую вот машиночку, реально, который работал на Молнию Маквин. Ну он такой, конечно, злой, блин, да. Вообще такой, конечно, эх, ё-мо. Так, садимся, ребят, вы готовы? Вы готовы? Готовы к этой тачке? Я вот готов. Поехали. Просто погнали. Давай, попробуй. Пожалуй. Куда его тебя? Он как-то управляется фигово. Он просто лево-право виляет. Лево-право. Что происходит? Ё-моё, лево-право. Часа приправа. Ва-а-а! Чего? Тоже 16. Тоже, ребят, 16 баллов. Это что вообще такое? Как? Мы хоть сегодня доедем до финиша вообще? До финиша. Ну, конечно, да, на первых тачках мы, конечно, фигушки доедем. Фиг на не, так сказать. Но все равно надо, ребята, постараться. Потому что если не будет получаться, то ай-яй-яй. Так, ребят, короче, тачка из Майнкрафта. Кстати, ребята, напишите обязательно в комментарии, как у вас дела, как у вас погода за окном, как ваше настроение, потому что комментарии читаю, лайкаю, а самый крутой комментосик попадает, ребята, ко мне в видосичек, да-да-да, поэтому пишите свой офигенный комментарий. Ну а я на тачке из Майнкрафта, на реально вот тачка из Майна, просто капец, да, реально просто кирдык башкенский. Давай, погнали, давай, опа-опа, с буксика, погнали, давай, топи тачка. Пожалуйста, ты же из Майнкрафта, ты же крутая легендарная машинечка из легендарной игры кубической. Пожалуйста, о, нифига, вау, подальше, это уже подальше, посмотри, 17 баллов почти, ребята, 18 мы преодолели, но все равно, к сожалению, далеко мы на ней не улетели. Но это, ребят, первые тачки, дальше, конечно, будет гораздо круче, гораздо интересней, мощней и офигенски. Паркуем вот сюда и погнали дальше. Вот! Синий трактор, давай-ка мы в него залезем. Опа, на, давай, Ролюха, залезай. По полям, синий трактор.
трактор едет к нам. У него за рулем Райлюха по кочкам нас везет. Итак, ребят, готовы? Готовы, да? Все, 3, 2, 1, красный мокасин. Поехали, все, нормально, топим, топим, топим. Давай, по кочкам, колесики большие у тракторочка. Сейчас мы глянем, да куда он доедет. 9 баллов! 9 баллов! Синий трактор заработал! Это очень мало! Почти десяточка, ребят! 9! Ха-ха! Это что такое? Это очень мало, ребята! Синий трактор, ой, как мало проезжает! Но это, блин, конечно, не прокачанный. Вот если бы его прокачать, было бы, наверное, конечно, гораздо круче. Но пока, ребята, это просто какой-то ужас. Погнали-ка лучше мы на мощном молнии Маквине. Вот это реально мощная тачка и даже с нитроускорением. Смотри, сейчас я тебе покажу и докажу. Просто топим. Погнали! Вот, нитройский, врубаем нитро и просто топим. Фига себе, куда летим? Маквин, ты чё? Что творишь? Вау! Ребята! Сколько? 26! Почти 27, ребята! Это жесть! Это просто жесть! Жестяночка! Что еще можно сказать? Реально офигенский результатик! 26! Подожди! Это мы уже так далеко доехали? Но это, ребят, реально читерский Маквин, крутой, быстрый, опупенский. Ребята, финиш, вон он. Финиш просто вон, рукой подать. Рукой подать до финиша реально очень близко. Чего? Это вообще легендарно. Это реально просто легендарочка. Так, ну ладненько, в принципе, берем, погнали дальше. И садимся мы теперь, ребята, вот сюда, в банку Фанты. Баночка Фанты, берем, садимся и просто втопили. Любите Фанту, либо Пепси, либо Кока-Колу? Напиши обязательно в комментариях. Вот что круче, Кока-Кола, Пепси, Фанта, либо, не знаю, Миринда какая-нибудь, да, либо там. Вот просто напиши, какой напиток твой самый любименький. Ну, я катаюсь на Фанте, поэтому я сегодня пью Фанту. Вот ты пиши, конечно, в комментарии, я все прочитаю. У меня очень, ребята, любопытно и интересно. Я, ребята, поехал на Фанте. Давай, нитро есть. Ой, у Фанты есть нитро. Вау! Давай, ё-моё! Капец, это 17. Это реально 17. Ну что ж ты будешь делать? Это реально что-то у нас сегодня фиговенько удается. Но, в принципе, ребят, пойдет. Да? Да. Каскадерка! Каскадерочка! Вот она уже нас заждалась. Так, садимся, ребята, в каскадерочку. Разворотик делаем. Поворотик и просто. 3, 2, 1. Пуляем! Давай! Давай, каскадерка, жги! Давай, давай, давай! Улетим просто в небеса! На этой каскадерской тачке! Ё-моё, почти до Маквина. О, давай! Давай, 25, почти 26, ребята, но 26 мы не преодолели, к сожалению, 25, это тоже больше половины, и это реально почти на финише, это мы реально почти на финише, ёшкин дрын, так, опачки, давай, берем разворотик, делаем, и вот так вот, опачки, встаем. Кстати, смотри, как из-за модов лагает GTA 5, просто вот, обрати внимание, это вот такие вот, получается, деревья у нас, просто глянь, во, розовые, смотри, розовые деревья, это так лагает GTA 5, а вот потом вы говорите, что GTA 5 легко записывать, вот игра просто может вылететь в любой момент, но, ребят, стараюсь для вас записывать контентик, даже с розовыми деревьями, да-да-да, ребят, короче, погнали мы теперь, проедем на Ладе Приора, Лада Приора, львиное сердце вместо мотора, садимся, опачки-попачки, 2, 3, 2, 1, Приорка, жги, жги, Приора, Бигфут, ты гигантская, ты должна просто все проехать, все преодолеть, давай, ну, нифига. Ой, она вообще уверенно едет. Она на уверенничах. Чего? Это что, финиш? Ребята, это походу финиш. Ребята, чего? Тормоза. Опа-на. Ребята, это жестко. Это реально что было? Это реально что было? Мы преодолели всю эту сломанную дорогу на Ладе Приоре, монстре, бигфутике. Чего? Это просто кирдык. Посмотри, вот это все мы проехали на Приорочке. Ребята, великолепно. Это просто, это первая тачка на финише. Поздравим ее, ребята. Реально поздравим. У меня есть салютики. Салютики. Первая тачка на финише, ребята. Салютики пускаем. Обязательно. Опа-на. Бам. Бам. Е-е-е. Замечательно. Ну, а мы, ребят, погнали дальше. Не будем долго томить. Давай сразу же в кибертрак сядем. Посмотрим, докуда он вообще доедет. Так, все, топим. Топим нафиг. Погнали. Кибертрак. Давай, давай, давай. Что ты замедляешься? Не замедляйся. Ты что, тебя качает? Его качает, ребят, из стороны в сторону. Чего, блин? Кибертрак, давай, едь. Едь, 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 едь. Едь, пожалуйста. А, ё-моё. Капец. И 30. Ой,
не 30, а 28 баллов. Я думал, мы на 30 уже заехали. Не, ребят, на 28 только. 28 баллов мы преодолели. Да, конечно, хотелось бы побольше. Я думал, 30 даже есть. Но, к сожалению, к великому несчастью или счастью, нифига у нас не получилось, ребята. Ну и ладно, погнали мы теперь, ребята, на метре. Метр, я уже тут. Давай, давай, покажи, на что способен. Реально, просто легендарный метр. Вот он, Бигфутик из игры Тачки. Реально топовая машинка, которая сейчас просто, я надеюсь, покажет отличнейший результатик. Хотя, если они не покажут отличный результатик, то будет, наверное, очень-очень, ребята, фигово. Ну давайте, блин. Кстати, я вот реально уверен, что кто-то до сих пор лайкосы не поставил. Ребят, все, я не начну, пока вы сейчас лайкосик не поставите. Давайте, вот лайк ставь, обязательно лайкосик ставь. Да и вообще, пока вот у тебя есть время поставить лайк, вот напиши еще в комментариях, какая тачка у тебя сегодня будет самая любимая из видосика. Ну, когда видосик, конечно, ты посмотришь. И какая тачка из тачек из мультика тебе больше всего нравится. Вот обязательно напиши это в комментарии. Я буду ждать твой комментик просто с нетерпением, как бы, да? С нетерпением. Ну, я, ребят, поехал. Я погнал. Топим. Давай, метр, метр, жги, просто жги, на всех парах летим, давай, подвеска отрабатывает просто на ура, обрати внимание, просто едем топово, и 31 балл, ой, не 31, а 30 ровно, на 31 мы, конечно, не долетели, но 30, ребята, 30 это почти финал, это реально почти финал, но, к сожалению, метр тоже не преодолевает, почему-то они просто тормозят, почему они тормозят на половине пути? Реально взяли и затормозили. Чё, блин, такое? Тут доехать-то вон. Просто рукой подать. Реально, вот. 31, 32, 33, 34, 35. Все. Немножко он даже приора преодолел. А ты, метр, чё, блин? Не смог, блин. Ах ты, тефтелька. Ладно, ребята, погнали мы. Я знаю на чем. На лимузине. На лимузине Мерседес. На таком черненьком, просто реально бандитском, пацанском, длиннющем лимике Мерседес. Ребята, готовы, да? Погнали! Топим! Давай, фига он! Это что еще за крендель? Ёма! О! Это что? Он просто на колеса встал! Это что было вообще? Он на колеса встал! 25 баллов! Реально! Блин, ну это было экшен! Вот это реально был экшен, потому что он просто взял на колеса встал! Чего? Это как? Он реально... Пересмотри, фига я тачку засейвил, просто по-королевски, реально, ребята, просто по-королевски. Так, берем машинечку ляпс и сохраняем вот сюда, опочки, попочки, и погнали мы дальше. Садимся мы теперь на гигантского миньона, миньончик, жди, о, кула попая, то ли белая кула попая, ребята, я миньон, я просто глупенький миньон, рот открыл и не пою, нормально. Все, полетели, ребята. Миньончик, по этим! Блин, что-то по дороге, по сломанной дороге. Миньон по сломанной дороге. Приедет или обосрется. Сейчас посмотрим. Мне уже не имется, если честно. Давай, пожалуйста, пожалуйста, на финиш. Да, да, ребята, да, 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 да. Просто две тачки на финише, а это значит то, что мы реально играем по-королевски. Просто играем топово. Две тачки уже есть, конечно, большие, да. Но, ребят, бывает то, что не такие бигфуты, конечно, проезжают. Бывает то, что вообще легковушки проезжают даже. Но сегодня у нас, конечно, ситуация совершенно, ребята, другая. Но две тачки на финише, а мы, ребят, погнали, конечно же, дальше. Так, топим. У нас осталось совсем немножко, две крутые тачки. Давай мы сядем в хаммер, вот такой H1, такой просто, смотри, военный. Военный хаммер с пулеметом, он стреляет? Да, а, нет, не стреляет, я думал, он стреляет. Просто такой пулемет гигантский. Просто, ой, а как я сижу? Я такой маленький, в салоне, реально. Это что? Капец, просто капец. Все, погнали, топим, давай. Хаммер, смотри, как он уверенно едет. Ничего себе, сказал я себе во вторник в 5 часов утра. Ничего себе, блин, тормоз. Куда ты полетел, говнюк? Назад давай! Ты же проехал! Ребята, он тоже проехал. Он тоже взял и проехал. Ну вот это он, конечно, стал спьеха. Я, блин, в шоке. Реально взял и преодолел.
Ну, вообще нормально, даже не напердел, ребят. Все четко. Все реально четненько. Паркуем. Аккуратно, вот так, елочка, припарковали. Все четко, ребята. Три тачки на финише. И у нас остается просто мега легендарная машинка, которая вон она виднеется уже отсюда. Смотри. Это, ребята, гигантский молния Макдринчик. Молния Маквинчик вот с такими крутыми колесиками, долларами. Просто легенда. Ну просто топчик. Топчик, типи-топчик. Че, готовы? Готовы? Я сажусь. Опа-на! Я сел! Я управляю этой махиной! А вот так она выглядит в салоне. Да, смехота, конечно. Ну, самое главное, чтобы она выглядела круто снаружи, внешне. Смотри, ну это реально топчик. Это реально просто безумие. Тачка, вот оцени ее в комментарии по 10-бальной шкале, ребята, да. Я просто десяточку ставлю сразу. Сразу десяточка, потому что тачка реально бомба. Так, что, готовы? Вы готовы, да, ребята? Все, 3, 2, 1, погнали, ребята, топим. Топим, не утопим, давай. Вау, вот это подвеска. Смотри, как подвеска отрабатывает, чего. Бам-бам-бам, просто едем по этой дороге, и нам вообще наплевать. Нам вообще пофигу, смотри. Все колесики отработали так, как надо. И мы доехали ровно до финиша. Идеально доехали до финиша по этой сломанной дороге. Какая тачка тебе сегодня понравилась, напиши обязательно в комментарии. Мне вот эта крутецкая молния Маквинчик и миньончик. Короче, две тачки у меня вот такие вот. А ты свои пиши в комментарии, какие тебе больше всего понравились. Всем большое спасибо за просмотр, за лайк, за комментарий, за подписку. Вы самые лучшие, ребят, знаете это. С вами был Ролюха, не пропускать новые видосики. Я снимаю каждый день. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока!